Каждому из нас дороги зеленые уголки природы, где можно отдохнуть душой, понаблюдать за живой природой. Поэтому ежегодно в конце весны в Березовском районе, как, впрочем, и во всей Югре окружным департаментом природных ресурсов, проводится акция «Чистый лес», в которой могут принять участие все желающие. Подробности в материале Юлии Астаховой. Участники акции, а в очередной раз ими стали ученики и преподаватели коррекционной школы-интерната, вооружившись перчатками и 120-литровыми пакетами, за 2 часа прошли вдоль объездной дороги поселка. Среди привычного мусора, бутылок и банок, которыми уже не удивишь добровольцев, также были такие вещи, как огромные пакеты с памперсами, что заставляет задуматься. Сегодня у нас проводится акция «Чистый лес». Акция эта проводится совместно с коррекционной школой, с ребятами. Мы проходим по объездной, собираем мусор, который накопился в течение зимнего периода. Ну, вот сами видите, наверное, оператор уже снял, сколько мусора находится на объездной. Вот, сами видите, какие пакеты с мусором приходится таскать нашим ребятам, ну и, соответственно, работникам лесничества. Хотелось бы обратиться к жителям поселка Березово с просьбой не забывать о том, что у нас есть санкционированное ТБО, куда нужно отвозить непосредственно мусор, и не выбрасывать, постараться не выбрасывать мусор вдоль дороги на объездной. Уборка мусора проходила вдоль объездной дороги, по обочинам которой расположено около десятка мест отдыха. Участники акции показали правильный пример бережного отношения к лесу и собрали несчетное количество мешков мусора. Я не в первый раз участвую в этом проекте «Чистый лес». Ну, уже, можно сказать, 5, наверное, собирали мусор. Хочется, чтобы лес был чище, ну, чтобы люди чище отдыхали. Вот приехали за собой сразу все в мешки, хотя бы убрали, сами сложили. Они оставляли вот этот беспорядок, весь, чтобы он разлетался весь. Мешков много, мусора тоже много. Интересно, такое ощущение, будто бы прямо из машины выкидывают этот мусор на обочину. Хотя бы это, лучше бы сами вот где отдохнули, собрали сразу же и увозили бы сразу сами на свалку. Сам я не мусорю, но хочу, чтобы население тоже думало о чистоте нашего леса. В свою очередь мы призываем березян уважать самих себя и окружающих, не выбрасывать мусор в лесу. Дорогие друзья, берегите природу. Юлия Астахова, Роман Тягунов, авторское телевидение «Березово».